прочитать книгу «Урок, как бросить курить». Значит, бросить курить так. Поставить себе задачу, как я поставил задачу, да? С завтрашнего дня я не курю. Уехать в Антарктиду и гоняться за белыми медведями, чтобы тебя поймали и разгрызли, тогда ты не будешь курить вообще. Бросить взять, я не могу никак. Нужно сначала мысли на себя настроить, оценить все ценности, что ты себя чувствуешь. Сколько времени занимает год курить? Мы только что стояли. Что ты себя чувствуешь тогда, когда ты куришь, и как ты себя чувствуешь, когда не куришь? 2 года назад я бросила курить. Главное — найти мотивацию. Мотивация — это такое, то, чем нам что нами движет. Вот у меня родился внук, и я поняла, что я должна быть здоровая.